Проверим. У меня даже шифт-центр не работает. Понятно, значит, уже походил. Нет, он не ходил. Не, это вот как у меня было. До этого. Ну так может сейчас опять синхрон пойдет. Так а как мы ход закончим, если ты даже не понимаешь? Я не понимаю, как происходит, что у меня увеличивается население? Могу видосик вам снять, если хотите, шифт-энтер. Так это Леша не закончил. Да, я еще не закончил, да. У меня интересная штука. Вот смотрите, у меня в городе 8 жителей, поселение строится один ход. Я собираю болото, которое не обрабатывается жителям даже. Собираю болото, у меня становится 9 жителей, поселение строится 2 хода. Как что происходит? Каким образом это у вообще? У меня рассинхрон пошел. Посмотри клетки, которые обрабатывают. Магия. А может оно просто перераспределило... Да-да, я про это говорю, клетки. Так я ставлю вот максимум на производство, то есть, чтобы только производство включалось, например. Все равно 2 хода, поселенец. Хорошо, ну, сколько тебе надо вход для поселенца? Ну, открой производство и там... Ну, сколько и скольки? У меня отсыла полетела. У хоста? Нет, нет. Риса. Угу. Но хост отключился почему-то. Нет, это такие глюки бывают. Ага. Ну, я не у меня написано, что в учере. Честно говоря, мне кажется, нет закономерности. Оно ломается, когда ломается. Ну, не, ну я очень это помню ситуацию, чтобы... Так, ну пока играем вроде. Пока вроде играем, о, такое-то. Встреча 4 скаутов. В большой пустыне Виктория встретились 4 скаута. Да-да-да. Блин, может пока... Ну ладно, амбар надо поставить. Этот у скаутов 3 кошака. Интересно, от чего зависит. Раньше была одна собака. От того, что у меня стоит, что скауты с кошками. А я, кстати, не помню, за что где? Это Фераксис давала, что у тебя скауты с кошками. С одним дополнением это появилось. По-моему, даже с Газерингом первым самым. Даже Old World стабильнее выглядит. Что? Old World, да, стабильнее. Не вспоминаю наши с тобой сетевые в Old World. А, да, Old World намного стабильнее. Так там, по-моему, как раз там сервера. Правда... Там, по-моему, как раз не пертупер, а сервера. Да, там сервера, правда, один минус. Если хост уходит, там вылетает, то все, игра нафиг идет. Я вспомнил, когда ты где этот кицаль подселил, ты вышел и все, и играя. Слушайте, а вот тоже как-нибудь собраться. Хорошая игра. Ну, у меня ее нет. Обидно. У меня нет, но я могу приобрести. Так, тут и тут надо осталось поставить. Охренеть, я вылетел. Ну, началось.
За что мне это было? И всем вам. Ну, блин, я, честно говоря, конечно, могу попробовать перезайти, но... Что-то мне подсказывает то, что это не особо поможет, только время потеряем. Мы будем по одному отваливаться пока. Игра на выживание. Батл роял. Короче, 10 негритят у нас тут будет, я понял, да? Это как в самых эпичных битвах аниме. Битва на истощение. У кого сильнее интернет? Кому вы говорите, Феракс? Без водяной мельницы. А, он мне еще и губернаторов поменял. Короче, он сделал все. Там мне все, что хотел. Ну, губернов назад переставить можно. Можно. Ладно. Ну, ладно, пока хай будет. Блин, где мне 70 Глянем монет сейчас. Взять? Может, с кем поторговать? А, у него есть чай. Испанец предложение. Блин, меня теперь как-то я просто так уже прибило вот это все. Давайте ему штаймер назад поставим. Просто так настолько скучно, что просто еле сижу. Феодализм, интересно. Его даже не видно, да? Таймер 3 минуты. Да, таймер 90 надо поставить. Очень скучно, просто очень. Просто ну очень. 4 торговых пути, 2 рынка, центры коммерции. 4 денег нету нифига. Вообще-то. Сейчас еще построю вот эти юниты. Тут тоже содержание нормально так начнет капать. Сейчас деньги закончатся. Забыл, что у меня тут стоит миссионер для распространения религии. Зачем в столице здания священники строить? Можно сказать, Занзибар лучше обратить. Кто это тут живет? Давайте, наверное, лучше Занзибар обращу. У него нового задания не появилось. О, у него как раз задание обратить в веру. Зашибись. Ставгород нового, да. Давно. А, нет, может, не готовил еще. Половину север. Уже понял.
Тем великого ученого. Дальше и ходят вместе. Реформацию ускорили. Неразлучны они. Далеко через гильдии. Так, когда у нас дружба с японцем заканчивается? Два хода. Ну, продлим. Вообще, на самом деле, я бы с японцем союзился. То есть, ну, Такамацу, ну и хрен. Ну, то есть... Мне вот это не нравится, это да. Да, раз в эпоху обновляются, да. Минус один. Приветствую, Кэт. Привет. Что-то все плохо. Варвары? Угу. Так, надо три очка где-то. Лошадей, наверное. Это одно очко, да? У меня не всем караванам дает, а международным, по-моему. Международные. Международным. А у меня внутренние бегают пока. И то один. Феонор, я тебе там вроде дружбу кидал. Она, видимо, сбросилась в конце. Я тебе кинул еще раз. Кстати, я бы тоже кинул. Великого ученого мы еще можем получить, да? Да, уже пошел мин. Ну, я карточку поставлю сейчас на содержание юнитов. Сейчас уберу, наверное, с этих, со стен.
вообще, наверное, надо на олигархию переключиться. По-хорошему. Вот это приятно. Так, содержание юнитов. Даже так, бонус кампуса оставляем и мне плюс 2. Вот так. Япония, предложение. Алексей, а мое предложение, я так понимаю, неинтересно, да? Ну да. Плохо. Так, вот ты вот так военные районы никому не ставь никогда. Потому что сидеть, ждать, когда ты там поставишь осадный юнит и будешь бибраксы забирать, мне вообще неинтересно. Ну, следовало бы тогда, не знаю, в начале хода войну объявлять. А, блин, так я... Блин, тут 90 секунд. Да, я так от тебя виноват. Подожди, убери, пожалуйста, таймер пока, чтобы Рим мог походить. А, не надо, я уже все, я походил. Мне уже нечем. Ну, давай, ну давай грузить тогда. Я просто не успел. Все, не надо, нормально все. Я просто ходил тут юнит, я даже не видел таймер, честно говоря. Нормально. Я ж не прям там на последних секундах. Я если что, это, в союзу через 5 ходов схожу. Интересно... Давай, нажимай Enter и следующий ход. А, блин, сорян. Интересно, в какие союзы выходит Феонор, если он со мной дружбу заключил? Я ж не просто так ему дружбу кинул. Чтобы он военный союз Риму не дал. Можно, наверное, таймер вернуть, да? А, сейчас верну. Секунду. Ладно, драма и поэзию. Согласишься так? Не, извини, я далеко. Обидно. Кто это там такой торговец? Честно, Рим, вообще не думал с тобой воевать вот до этого военного лагеря. Ну, зря, значит, его поставил. Что сказать? Ну, понимаешь... Через клетку от города. Это значит, что ты отсюда, у тебя тут строится осадный юнит. Да. И как мне оттуда выкуривать его? Да, я только сейчас понял, надо было ставить его левее, между, ну, короче, чуть ниже камня.
Тогда бы и радиус строй и защита. Ну, как уж уже есть. Ого, даже убил. Да, надо было выводить тогда юнит. Ну я в любом случае эту катку вряд ли бы побежал. Как-то не сослышно. Без карточек, ну, блин. Я еще хрен знает, когда выйду в эти карточки. Срослось все в Испании. Мне времени не хватает. Практически не вижу, но судя по науке и культуре, то да. Ну там, понимаешь, я смотрю, у него пойти в третьем радиусе от столицы. Это да. То есть это прям нереальный буст. Пойти это на культуру, которая... Да, и на золото. Бабки. И это все у Испании, у которой и так и с бабками проблем нет. Неплохо. Посмотрим селитру. К сожалению, в золотой век никак не выйду. Я только пару ходов назад. Три очка, вообще без понятия, откуда брать. Метеорит. Ну, я отправил туда этого скаута. Знаешь, это тише едешь, дальше будешь. Сейчас еще и минус рабочий будет у... Особенно, когда гал штурмует. У Рима. Ну, должен быть, в таком случае. Занзибар соображает хоть немножко. Я поздно начал клетки строить. Мне еще Занзибар так нормально помогает. Ага. А это тот Занзибар, который обещали снести? А я не знаю, кто его кто-то обещал снести. Я его. Рим грозился, что все. Занзибар пойдет. Ну потому что мне расселяться некуда. Мне тут максимум еще один город вылезет. Ого, ты наклепал. Ну да, хана мне. Япония, если хочешь напасть, сейчас самое время. А, хотя бы 50 давай на мощь. Ладно, я понял, я помолчу. Япония ебут вулканы. Да, и там со стороны Японии, если нападать, то... Да, и нету денежков, я бы даже не пытался. Наверняка еще и реки из берегов выходят. Ну, мне, наверное, латника этого убьет, скорее всего, вот этого. Блин, вот обидно, что Митла и Маскат слишком далеко. Здесь главное, чтобы Занзибар сейчас туда не встал. Очень метеорит хочется взять. Слушай, это рыцарь. Блин. А, подождите, я могу сквозь него про... О! Это работает, кстати. Хотя зря, наверное, отходил. Какие они у тебя все живучие. А, тут у него что, холмы? Фак.
Блин, реально эти приехали из Занзибара. Гасит меня. А Пит вот тут должен стоять. У меня именно эта клетка не хочет присоединяться. Так, слушайте, я могу... Ну, метеорит, видите, не дает очки эпохи. Денег нету, засюзеренить некого. Ну, короче, в обычный век мы. Даже помочь некому. Со всеми дружишь. Ну, извините. Блин, не убиваем, что ли? А, у меня, подожди, можем убить. Я добавляю 30 секунд к таймеру. Давай. Не, ну должны брать вроде. Я думаю, даже можно перестать юниты пока строить. Откуда этот рыцарь появился? Ты метеорит забрал. Да, который ты почему-то не забрал. Да потому что там эти юниты стояли, это Занзибара. Я не успел. Еще одну катапульту подвел. Надо прошелся. Там все надо. Торнадо не надо. Давай, давайте отменим торговые пути испанцу, кстати. Это вариант. Зачем? А, в смысле, зачем? А зачем они тебе? В смысле, зачем они мне? Ну, зачем тебе торговые пути? Я бы их дал в Японию плюс 4. Кто испанца видит территорию? У него сколько континентов своих? Один. А, ну все, тогда отменяем испанцу пути. Что зачем? Что бонусом типа что все? И давайте минус 5 боевым мощнейшим осадным юнитом. Поможет всем, гарантирую. Я полагаю, в японца плюс 4. И вообще кайф будет. Это Игалу плюс. Испанцам отменяйте. Вы что, ребята? Причем тут. Я, конечно, был. Я к тебе буду отправлять караваны в Японию, но у испанца, он. Знаешь, сколько имеет с этого, с караванов, плюшек? Немного, на самом деле. Много. На самом деле немного. Нет. И этот с осадным юнитом. А к вам лапаем. Или кого запрещать? Осадным юнитом тоже отменяйте боевую мощь. Я думаю, можно апнуть осадных. Нет, не можно. Ребят, легкую кавалерию, пожалуйста. Отвечаю, помог всем. Не, ну...
Я думаю, мнение скифа в данном вопросе лучше не учитывать. Нет. Так это не скиф, ты чё? Ну, кстати, я бы был бы не против дать скифу буст, если он выберет себе правильного противника. Он выберет себе добить Рим, попилить. Там он максимум один город захватит. Чему пилить? Чё там, все проголосовали? Чё мы там так сидим, ждём? Я проголосовал. Это всегда такая ходовка у нас сейчас. Не успел. Еще и захилял. Испанец, скажи, на кой хрен ты влил 4 голоса? Какой там бонус осадки? Вот просто. Логика. Что защищался Рим? И ему наоборот. Подожди, уж минус надо, чтобы лёг. А, я думал, он защищался. Да? Нет, ему минус. Вы все проголосовали плюс за осаду. Не, я за легкую, я просто хочу тебя легкой, так сказать, за там. Я вижу, легкая дальнобойная разведка, кто-то проголосовал. Типа, как бы, я по своим причинам, я что-то сделал, вопрос очень. Короче, все, весь мир против меня. Куда этот Рим? Ну а что тут? Мастерская уже построена? А, нет. Не понял, а почему я... А, понял. Кстати, акведук... А, подожди, там у Апиды же нету бонуса от акведука. Амбар тогда. Так, ну у кого тут... Апа не будет... Ну, скорее всего, минус катапульта, но мне и второй достаточно будет. Так, давайте тут, наверное, скаута спасем. Вот это великое шествие разведчиков. Не трогай ты мой торговца. Так, а тут я никак не пройду, да? Катапульту надо будет спасать эту. Блин. Что-то как-то так встану. Ну, короче, надо Лунгдуном взять, тогда будет вообще на Рим. Наверное, просто стоим здесь пока. На дорогу встану. Вообще, давайте-ка я тут куплю... А, блин, я уже не в золотом веке. Блин, рабочий нужен. Ладно, тогда давайте лучше тут рабочего. Давайте вместо соседства священного места на строителей. Так, и вот это мне пока не надо.
А тут ничего другого мне... Может, замародёрство? Давайте замародёрство. Поставлю. Ну что, Занзибар орец и возьмёт? Нет? А нет, конечно. Жаль. Великую библиотеку и висячие сады мне построил Рим. Ах ты гад. Добил. Так, должны забирать. А ну-ка. Минус 4,2, нормально, не отвалится. Леонор, ты знаешь, что делать? Знаю, знаю, все еще ходом буду. Так, а сколько у него еще городов вообще? Еще 3. Так, давайте я, наверное, уже на деньги отправлю лучше караван. Кстати, Мачу-Пикчу построить... А, за меня никто не играет? За кого? Да. Да, его же выкинули. А, я думал, я просто позже встретил. Ну да, то есть там один челик фул на острове со. Я думал, это он разгонит статы, это похоже бот. То есть там осталась одна Англия. Феонор, тоже будешь какой-то город забирать, да? Да, арену. Там конница подводит уже. Ну логично. А скиф? Я? Да. Я бы забрал Медиаланум, конечно. Ну я считаю... Там реально фул. Да. Убил Рима, пошел. А ну как по смыслу уже. Ну, типа, куплёшь уже как катком проходит. Ну да, я не вывезу. Ну ты сам не войдёшь. Блин, мне нужен этот таран. Или как его, башня. Я, конечно, еще посижу еще чуть-чуть. Нервы подкреплю. А где башня? Подождите, я вроде должен был открыть ее. Господи. Блин. Ладно, чуть-чуть откладывается. Там слишком дорого опять все это дело. Конечно, генерал бы мне тут не помешал. Да, вот. Да, спасибо. Реально, одного рыцаря еле гасишь, он на фул хиляется с помощью фермы. Ну, еще и Занзибар хочет, чтобы к нему отправили. Зашибись. Занзибар, короче, уже навсегда, видимо, мой союзник.
блин, пожадничал тогда. Сейчас огребаю. Нет, ну это, ну слушай, никто не будет терпеть военный лагерь через, через клетку от города. Ну да, да. Ты если так ставишь, то ты, значит, типа, ну... Значит, ты готов к войне. Так, я вот эту фигню хочу построить, но с карточкой. Так что подождем. Блин, я не вижу, где, где башня. То ли я слепой, то ли я ее открыл уже. Ну, катапульты это понятно. А, слушайте, у меня же требушеты есть. Надо апнуть в требушет. А, только для требушета... Нет, для требушета ж не требуется... Не требуется... Господи, как ее? Селитра, правильно? Не требуется. Да, только, только деньги. Слушай, блин, я все понимаю, но я теперь с пускатом за тебя воюю тут, конечно. Куруланы. Не, тебе, конечно, спасибо большое, что там. Брать, кто предложил вот это все. Блин, не пос... Посорел же еще, что тут это есть, и не поставил карточку. Хотя, а, ну хотя Мачу-Пикчу, она средневековье. Так, только давайте подумаем, куда мы поставим. Соседство для театралки тут, вот тут возможно, да? И тут пофигу, собственно, куда ставить тогда. Хотя, наверное, даже сюда, может, тут какой-нибудь район еще. Давайте сюда. Мачу-Пикчу это средневековье. Ладно, это времени. В теократию давайте пойдем. Бежал. Так, а слушайте, а... Арбалеты у нас где? Тут, что ли? Да, это единственное место, где могут быть арбалеты. Да нормально. Не отвалится. Я даже так, наверное, встану. Да, видите... Достаточно юнита там.
Блин, очень хочется АПИД и центр коммерции, но не могу купить клетки для того, чтобы их строить. АПИД сюда надо на 4, а в Лизье вот тут АПИД надо. Ну это трындец, конечно. Ладно, тут водяную мельницу. А, мне кажется, нету смысла. Давайте трибушет. Нету смысла акведук строить, мне кажется. Сейчас буду грабить. Подожди, я так маневрирую, чтобы он мне не дал... Как его? Чтобы он мне трибушет не убил. Сейчас мы пограбим все. Все будет, как мы любим. Всех разграбим, всех убьем. Блин. Блин. Лучников надел. Тут у меня скаута. Не, не хочет. Я маневрирую так, я юниты расставлял так, чтобы он не мог к моему трибушету подойти. Наш надо рим как-то брать. У меня один трибушет только. Он, кстати, его не обстреливает, слава богу. Я, наверное, как минимум раза два еще смогу им пострелять. Это, Испания, предложение, пожалуйста. Очень надо. Ух ты. Что там жопа уже придает? Ну, я не знаю, зачем тебе помогать. Мы его пилим, тут же еще Швеция со скифом. Ну, хоть продержись чуть-чуть, мало ли он, чего он там. Чуть-чуть? Ну, если... Вообще, в принципе, да, в Испании помогай. Вдруг продержится чуть-чуть. Ну, потому что, да, ты же все города не хотел забрал, да? А нет, он только один забрал. Ну, я Рим заберу, а Орец и Медиоланум это я уже не буду. Ну что, ты хочешь сказать, что я Рим не заберу? Ну, заберешь, только неизвестно, сколько сил тебе на это потратить придется. Ну, что-то испанец не соглашается. А что за особенность царя Эбуронов? А, блин, это Шунгал. О, блин, а я про это и забыл. Ворот, можно вопрос? Что будет, если Лигашка столицу захватит? Ничего не будет, она не захватит. Она не может. Да. А тупо опускает... Да. Да. Фух, я ушел. Так же само тебе и варвары не могут столицу захватить. Ты просто какую-то тьму наплодил Юиту в мозга, ты в меня попёрся. Ну, потому что у него союзник Рим. Да, ё-моё. Слушай, давай перемирие временно. Да нет, слушай, там еще три хода, во-первых, он не может. Мне кажется, он испанца деньги просил, чтобы выкупить эти юниты и захватить. Нет, там не хватило бы бабла. Мне кажется, проще. Ну, кстати, честно говоря, идея занятная, но у меня бабок нету. Там 600 монет надо. Мне испанец точно такие... Он мне 300 не дал, а куда-то... Ну, нельзя пропускать. Блин! У меня юнит ушел из города. О, хоть так.
Не знаю, почему он трибушет не обстреливает. Японец, давай так. А игрушки, в принципе, никакой город захватить не могут. Нет, что могут? Да только не столицу. Они разрушат. Да. А, не, они разрушат. А ну, ладно, в принципе, там два лучника ничего не делают. Да, конечно, Баскат что-то очень сильный какой-то. Блин, две катапульты. Пять, у него пять катапульт. Я вижу пока четыре, но прямо в данный момент. Под столицей. Две, катапульт, два латника и еще две катапульты и латник подходит. Да, я обсуждаю, что... Пять катапульт, три латника и два лучника. Блин, а что я этот город не вижу? А он за горным хребтом, он справа от Занзибара. Нет, я имею в виду... Я имею в виду атакующий город. А, так он далеко. Но он же, по идее, должен быть невиден, потому что... Он убил все-таки рыцаря. Есть, убил. Этот, он же мне войну должен объявить. Кто именно, Маскат? Что? Да. Что там, кто кому говорить может? Хоть одного рыцаря забрал. Ну, по идее, должен следующим ходом снимать защиту. Блин, ну вообще, Рим, у Рима тоже, чую, у него столица под Торрес дель Пайне стоит. Тоже как бы нехило. Да, нехило, но и на этом все. То есть бонусов для районов никаких нет, для тундры я не смог забрать. Как это нет? У Торреса дель Пайне ставятся священки. Гора у тебя есть. То есть у тебя, ну, плюс вот. 3 ты можешь кампусы поставить. Нет, он для кампусов не дает, к сожалению, бонусы. Нет. Плюс 3 у горы ты кампусы ставишь рядом с центром города у горы. И плюс там еще какие-нибудь районы, типа коммерции. Он вроде не считается за гору. Да блин, да, я не про Торрес дель Пайне говорю, я про гору говорю, гора есть. Понятно. А, ну вот а рядом с Торрес дель Пайне священка. Ну я туда и поставил кампус на плюс 2 и там хотел этот что-то делать, но не успел. Это, ну, это бонусы на более поздних этапах игры. Я видишь, я сначала священку в тундре поставил, я думал, что я первый возьму пантеон. А тут тундра нужна была только мне и Швеции. Ну, видишь, Швеции повезло с этим, с реликвией, поэтому не подфартило. Слушай, можешь Ариции не бить один ход? Так, на этом я, наверное, один, эту серию хорошо. Закончу. Спасибо. Сейчас вот ход пройдет. Уважаемый Маскат не может выполнить аналогичную просьбу. Ну, блин, честно говоря, если бы я мог бы Маскат мобилизировать, я бы, наверное, отбился бы. Да. Да, у него тут армия, конечно. Думаю, там мобилизация стоит порядка. 600. Я максимум 90 монет могу тебе скинуть.